Меняем место дислокации. Москвичи какие-то приезжают, меня отсюда выперли. Порядок стал. Меня еще везут в город. А я пойду. Там, короче, я нашла закрытую кафешку. Кафешку закрытую. Там есть барная стойка, там есть розетка. Есть Wi-Fi более халявный. Все, что мне, в принципе, нужно. Кроме еды. Еду я взяла с собой из этого холодильника. Я взяла сыр. Мы сидим в какой-то разваливающейся точиле. Развалится скоро. Еще, кстати, я видела, как делают вино. Ну, чуть-чуть. Я видела, как туда воду заливают. Вот здесь прямо есть склад, короче, где стоит целые огромные такие железные байты с винищем с белым. Так что через месяц будет новое вино. Новое вино. Дай бог, меня уже тут не будет. Дай бог, меня не будет. Погодка все еще офигенная стоит. Если что. Уже вторую неделю. Вот нас и высадили. Сейчас мы с тяжелой сумищей дойдем до кафе Мария и остановимся пока там. Как я заебалась. Вы даже не представляете. Мне звонил Владимир. Он, наверное, хотел предложить, чтобы я к нему вернулась. Хуй там. Я к нему не поеду. Он дрочит на меня. А то ему нож в хуй запущу. Ну, а что, я лучше буду под деревцем ночевать. На утёсе каком-нибудь. На травке. И похер, пусть будет холодно. И похер, пусть даже дождь пойдет. Похер. Не хочу, чтобы меня дрочили без моего ведома. Да, мне не пахнет. Я же чувствую. Девушка же всегда чувствует, когда у нее насильно забирают энергию. Это же насилование, по сути. Вы же знаете, что я вижу суть. Белое вино совсем не такое, как красное. Сбербанк. Сбербанк, что ли, зайти? Зачем? Карточки, что ли, проверить свои, а? Может, там что-нибудь новенькое есть. Может, бабло кое-нибудь поступило. Может, кое-нибудь бабло поступило. Ну-ка, давайте посмотрим. Жалко. Никаким чудом мне бабло на карточку не пришло. На трех карточек. Минус 36, минус 7 и 21 рубль. Никто не ошибся переводом, когда делал случайно мою карточку. Жалко. Ладно. Как вам мой домик у моря? А? Заебись. По-моему, тоже заебись. Ну вот лежим мы.
Ни черта не делаем. Из дома нас, из домика нас выперли. Что делать? Зарядка у меня у компа села. Ну вот просто лежим, что еще делать-то? Вот смотрите, скажите мне, что это за пиздец? Вот горы, да? Это что за пиздец? Голливуд, что ли, хренов? Геленджик даже меньше написано. Наконец-то я належалась. Я, короче, належалась. Иду за водой. Вылью нахрен это гребаное вино дурацкое. Буду пить воду. Заебись. Только мы начали что-то делать. Только я пошла за водой. Я сразу нашла розетку на улице. Заебись. Издалека кажется какая-то чипка нормальная. А приближаем. Хуйня русская. Что за жизнь, а? Нет, это вот у меня барабан. Фанатики папы. У меня уже это самое. Не знаешь, что интернет. Ништяковые родители. Нет, интернет. Летает! Летает! Я снимаю, как отец Михаил и сестрой Наталья общаются. А это у тебя не сигарета, это у тебя специально такая штучка, которая тебя соединяет с неземными цивилизациями. Можно так сказать. Все интересно. Наконец-то мне все интересно. Первый этап внедрения прошел удачно. Заебись. Сейчас снова. Все вокруг интересно. Слышишь? Ты всего хочешь. А это Наташа хочет ответить. Ты хочешь все. Она уже была. Тебе ничего не охота, неверно. Пошел новый этап. Из нового этапа ты хочешь все. Все интересно. Понятно тебе. Вот эту вот клоунаду я не люблю, когда начинается. Он такой был, блин. Ну вот почему у тебя оторванные локоти? Вот это хрень оторвана. Я тебе с упаковки доставал новый вертолет. Как оно могло быть оторвано? Ну что ты мне рассказываешь? А? Я раскрывал тебе проволоку, раскручивал с упаковки. Упаковка запечатанная была, при тебе все делал. Ты не так подходи, понимаешь, к этому вопросу. Я тебе сейчас пошлю просто нахуй и все. Будешь мне эту песню петь. Ну, вообще ну оторвана лопасть, понимаешь? Ты скажи, вот так вот приди по-человечески, скажи, вот он у меня упал, что-то с ним случилось, посмотрите, пожалуйста. А ты пришел мне с претензиями, вот он у вас не работает, у тебя механические повреждения. Понимаешь? На это гарантия не распространяется. Я тебе просто скажу, иди, делай в мастерской, и все. Вы что здесь ходите? Вы уже целый час тут ходите, а? Что у вас тут не так, а? Собачья? Что у вас за разборки-то? Что у вас за тема-то? Что мутите-то? Рассказывайте. Что пацки мутите? Расскажите мне. Что ты на меня рычишь, а? Будешь рычать, иди давай отсюда. Нефиг на меня рычать. Эй, пацки,
Пацки-пацки. Что вы думаете, апокалипсисе? Вы хотите пережить его? А? Как вы думаете, собаки переродятся в новой эпохе? А? Или вы собаками так и останетесь? Слышь, собаки? Вы будете разговаривать после новой эпохи или нет? О, зеркальце. Я уже не нужен. Просим извинить за временное неудобство. Хорошо. Все, спасибо. Спокойной ночи. Все? Да. Где я нафиг? Опять я в какую-то историю влипла. Я на каком-то чердаке с розочками. Мне принесли зеркало. На улице часы тикают. Музыка. Здесь какие-то утки, которые голодные, здесь какие-то кошки бегают. Здесь, короче, какая-то девка орёт, что я пришла. Здесь такой сейчас скандал был вообще. Девочка заревновала ко мне своего мужика. Своего мужика заревновала. Завтра. Мне принесли верблюжье одеяло. Здесь какой-то композитор. Композитор-певец. Начинающий, который хочет раскрутиться очень. Я ему придам веру в себя. Ему не хватает именно женского. Всем не хватает женского, настоящего женского. Все устали от мужской глупости. От мужской давки устали. Всем нужна поддержка женская. Завтра, наверное, покажу его вам. Его зовут Миша. От того, кто меня сюда привел, его зовут Вова. Такой жесткий. Говорят, что я здесь 4 дня поживу в этой комнатке, а потом перееду, короче, снизу. Я поселюсь туда, там есть личный душ, личный туалет и личный холодильник даже есть.
жизнь на вашем лице, который так вполне была заебись. Мне очень хорошо на душе. Все очень.